Буратино вернулся. 300-килограммовый мальчик из бронзы снова радует прохожих своей улыбкой. Но теперь крепко стоит на ногах. Основание скульптуры укрепили 4 толстыми болтами вместо 1 тонкого. А болты прилично вот какие. Я, ну сколько, 20-25 длиной, да, ширина, то есть толщина очень симпатичная, с палец. Так что их снять бесполезно. 2 недели назад скульптору Степану Корсляну сообщили, Буратино нашли сломанным на улице. Кто-то неудачно сделал селфи. Вся фигура сильно не пострадала, был сломан золотой ключик. Но браться за его восстановление согласилась лишь 1 мастерская. Ключик внутри пустой, потому здесь нужна особая сварка. После ремонта скульптор подретушировал место слома, и ключик снова как новенький. После восстановительных процедур Буратино похорошел и посвежел. Мастера его затонировали, поэтому он не такой сияющий. Но это ненадолго. Скоро самарцы снова начистят до блеска и руку Буратино, и его нос. Марина Матвеевична, Артем Сулайманов. События.